Сегодня 16 марта. Ровно 52 года назад в Ярославле появилось стационарное здание цирка. Интересно, что самое первое здание появилось в городе в 1850 году. Ну, это было, конечно, временное сооружение, там выступали редкие заезжие артисты. А первый государственный цирк был построен в городе в 1937 году. Он был деревянным, и его здание было полностью разрушено во время войны в 1943 году. И только спустя 20 лет в городе появилось капитальное здание. Хоть и типовое, но, вы знаете, прочное. Историю открытия нового цирка изучила Юлия Красовская. На этих редких снимках мы видим начало строительства Ярославского цирка. В 60-е годы прошлого столетия на площади Труда еще находились деревянные дома. Ранее и сам цирк был деревянным. Первое здание было построено еще в конце 30-х годов. В 1943-м, в годы войны, было полностью разрушено. И только 20 лет спустя в Ярославле снова заработал стационарный цирк. Открытие состоялось 16 марта 1963 года. В Ярославском музее-заповеднике хранятся фотографии самого первого представления. Была скомплектована коллекция фотографий с открытия цирка, фотографии первых выступлений. И также в коллекцию были собраны приглашения на торжественное открытие цирка, программы с первых выступлений, а в первой программе выступал Юрий Дуров. Юрий Дуров в те годы руководил одним из крупнейших в стране звериным аттракционом. В уголке дедушки Дурова насчитывалось более 100 животных и птиц различных пород. Восторг публики вызывал звериный джаз-оркестр со слонами и великолепный жонглер «Морской лев». К открытию артисты цирка подготовили сразу несколько новых аттракционов. Это пригласительный билет на то самое первое представление. Он сохранился случайно. В музее-заповеднике пытались найти бывшего владельца приглашения. Была сотрудница, но вот инициалы не ее. Нам удалось выяснить, что приглашение принадлежало Галине Колодиш. В этом году женщине исполнится 80 лет. Ссылаясь на почтенный возраст и состояние здоровья, она отказалась от съемки. Но по телефону рассказала, что в 60-х годах работала в райкоме партии и организовывала Ярославский КВН, в котором часто выступали артисты цирка. Юлия Красовская, Сергей Ватин. Самое доброе утро.